Странно, ни с того ни с сего парни посрывались вдруг. Один довольно высоко, у другого колеса тук-тук. Думают про подруг, думают про дружбу, а я тут, садовое кольцо вокруг, вот что мне нужно. Я здесь, как обычно, скромно, от Красной площади пешочком и до дома после нормального движения. В 5 утра воскресенье мимо мавзолея, где дедушка Ленин, мимо собора блаженного Василия, мимо стройки, где раньше была гостиница «Россия», на Москворецкий мост. И я чувствую пятками, как асфальт под ногами сменяет брусчатку. Меня обгоняют мигалки с номерами ЕКХ. Впереди Балчук, внизу Москва-река. Над головой не облачко, в плеере 1000 слов. Дома ждет девочка, и это, походу, любовь. Я посвящаю строки этому городу, точнее его центру, каждому метру. Я посвящаю строки этой белой дороге на городе дорог. Спасибо центру за это.